Бытие, глава 12. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение». Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харрана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харране, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле той до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай — на восток, и создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму было хорошо ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него было».